Время, проведенное вместе, бесценно для Евгении и Ивана Галяевых. Это девиз. В этот раз семья отправилась на прогулку в парк. Они встретились в 2004 году и сразу стали половинками одного целого. Ребята признались, это была любовь с первого взгляда. Я к нему приехала. Он вышел, увидел и победил, так скажем. Да, но у меня были всегда такие, не знаю, мечты детские. Да, вот, приедет соседка, да, там красивая, все, я влюблюсь, женюсь. И так получилось, да. То есть вот во дворе дома Женя приехала как раз с подружкой, там, ну, квартиру снимать, да, я там жил. И оказалось, что вот она, моя единственная, неповторимая на всю жизнь. Евгений и Иван с теплом вспоминают историю своего знакомства. В их жизни все не случайно. Встреча, решение создать семью, рождение долгожданного сына. Много лет они вместе, и все эти годы были наполнены любовью и взаимопониманием, поддержкой и участием. Основа нашей семьи, ну, прежде всего, любовь. Любовь, верность. Верность, она не такая, вообще такое понятие масштабное. Оно же вот как раз заключается то в поддержке, да. Не отвернешься ты от меня, если я ступлюсь. Поддержишь ли ты меня? Простишь ли ты меня? День семьи, любви и верности в семье Галяевых – один из любимых праздников, когда каждый из них чувствует себя особенно счастливым. Эти эмоции они передают и своему сыну Филиппу. Он живет в любви, да, то есть он видит, что мама с папой друг друга любят, да, мы его любим, там, да. Поэтому для него весь мир – это вот счастье, любовь, да, уважение к ближним, к старшим. Забот. У нас очень много в семье забот. Да. Вот, Иван, он очень заботливый. Я как женщина, соответственно, да, дарю свою любовь и нежность. И он растет точно таким. Добрым, заботливым, отзывчивым. Секрет семейного счастья прост, считает супружеская пара. Главное – любить и доверять друг другу, а еще уметь прощать. Если создается семья, то ты уже берешь на себя ответственность за этого человека. То мужчина или женщина, без разницы. Поэтому ты в ответе, как сложится у него судьба. И вот если уже к этому подходить действительно с любовью, с расстановкой, с пониманием, то все получится обязательно. Но любовь должна быть, прежде всего, любовь. В этом году семейному союзу Галяевых исполнится 15 лет. Евгения и Иван счастливы, что судьба подарила им друг друга. Самое важное для них – это семья. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».